Всем привет, дорогие друзья! Сразу говорю, я ничего не снимаю, потому что я болею. Слышите, у меня голос какой, поэтому вот так вот. Ну вот, немножко полегче, если кто советами подскажет. Да, хотела еще вот что спросить в комментариях, видела. Я вот почему-то потом не смогла этот комментарий найти. Женщина писала, фукарцином полоскать. Я хотела у нее спросить, а вы фукарцин таблеткой разводили? И как вы его разводили? Или же вы готовы уже фукарцин разведенный покупали? Если что, напишите мне или в комментариях, я постараюсь как-то посмотреть. Или же в личку. У меня уже пришли со школы Маша и Егор. Машенька сходила в магазин, купила 2 булки хлеба. Я сейчас пока никуда не выхожу. 208 рублей, да, потратила? И на 58 на кефир. Молодец, умница. Даже чеки сохраняет ребенок. Литр кефира взяла. Они просили все, только пускай согреется и потом попьете с узором. И 3 литра молока. Я сейчас хочу сварить молочный суп. Вам суп молочный варить или кашу молочную? Суп молочный, с рисом просят. Суп. Сейчас на плитку поставлю, я отварю. Так что вот такие вот дела. Надеюсь, будет все хорошо. Я не унываю. Поэтому идем варить суп молочный. Так, мои хорошие, короче говоря, решила поставить тесто на булочке. Что я сюда добавила? Кефир, соль, сахар, 2 яйца и масло растительное. И сейчас все это взбалтываем. Хорошо-хорошо перемешиваем, чтобы соль с сахаром перемешалась. И потом будем добавлять с вами дрожжи. Я заранее, как вы знаете, я не сухие покупаю, а такие влажные. И поэтому я их в воде разбавила и немножко с водой сюда их залила. Сейчас все хорошенько перемешаю и будем с вами добавлять муку. И будем делать тесто на булочке. Все, перемешала соль и сахар. Теперь добавляю по чуть-чуть муку и все это перемешиваем. Все, мои хорошие, тесто почти мы сделали. Сейчас под конец масла немножко на руку налью, чтобы хорошенько его перемешать тесто. Чтобы оно так сильно не прилипало к рукам. И сделаем булочек деткам. Вы мне говорите, якобы я давно не стряпала. Нет, мы стряпаем, просто мы не снимали что-то видео. Но в целом под конец еще вот так вот. Делаю. Видите, оно уже мягенькое, такое хорошенькое. Все. Пусть стоит, поднимается. И потом будем с вами булочки стряпать. Здесь у меня варится суп молочный с рисом. У меня дети не очень любят суп молочный, поэтому я варю его редко, только когда они попросят. Поэтому вот сегодня попросили, поэтому варим. На улице прям такое солнце, прям так хочется на улицу выйти. Но пока нет. Выздоровлю, потом пойдем на улицу. Вот прям солнышко светит так хорошо. Пишите-ка обязательно, какая у вас погода. Так, мои хорошие, сварила я суп. Кашка такая загустела, конечно. Что-то чересчур рис переборщила. Но вот масло, видите, растопило уже сверху. И сейчас дам деткам кушать. Всем кушать, всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. Здесь я вам показываю, как я раскатываю булочки. Вы извините, но большую часть видео будет
на музыке, потому что мне озвучивать очень тяжело. И уж простите меня, пожалуйста, ну пока вот так вот. Всем спасибо за понимание и желаю приятного просмотра. Делаем булочки. Так, здесь мы будем смазывать яйцо. Ну, я перемешала яйцо с молоком и поверх булочки смазываю им. И потом ставим в духовку запекать. Доставать сейчас буду. Достаю первую партию булочек. Получились хорошие. Ну, мало поддержало тесто, поэтому не сильно подошли. Следующие уже там заготовки, они уже более будут пышными, чем вот первые. Но и то, тем не менее, очень даже хорошенькие. Сейчас в разломе я вам постараюсь показать и все увидите. Вот сейчас буду в разломе вам показывать, как они будут видны.
Какие они, видите, не сильно поднялись. Это первая партия, потому что была она всегда у меня такая. Ну, есть такой у меня изъян. Ну, а так вот в остальном они очень даже хорошенькие булочки. Сейчас будем с вами уже доставать вторую партию. Все, начинаем с вами доставать вторую партию булочек. Видите, уже немножко другие. Они сверху и снизу получаются очень даже красивые. Ладно, всем, кто смотрит, всем желаю приятного аппетита и всем желаю хорошего просмотра. Все, мои хорошие, испекла я булочки. Вот такие вот они у меня в целом получились. А детки уже штуки по 3, по 4 съели, кто сколько. И вот целый тазик еще остался. Если вам понравилось сегодняшнее видео, я, конечно, не буду делать озвучку, потому что сами слышите, какой у меня голос. Поэтому вот так вот. Если вам понравилось сегодняшнее видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем говорю пока-пока.